очень красиво. А вибрато для звука — это вокальное украшение. Это же не основной звук, которым мы постоянно работаем. Это как точка в конце предложения. Поэтому наслаждаемся вместе со мной. Может быть, море, может, еда, может, какие-то яркие цвета, все что угодно, но украшение. Для того, чтобы хорошо наработать красивое вибрато, предлагаю вам упражнение «Как вкусно» или «Красиво». Очень важно, чтобы после звука, который без воздуха, вы все-таки выпустили воздух. То есть я убрала воздух корнем или кончиком языка. На «Н» забираю воздух, на «Как вкусно» отдаю. То есть я пою в носу вокальном, а потом в субтоне. Как вкусно. Очень важно, чтобы вы выпустили воздух. Эта переменная даст вам точное понимание, на каком звуке и в какой позиции выгодно делать вокалистам вибрато. Если вы никогда не вибрировали, но мечтаете красиво украшать ваши фразы, это упражнение для вас. Многие люди говорят, что вибрато поставить нельзя. Это будет искусственное вибрато, некрасивое. Я так не считаю. Считаю, что тело нам поддается, главное знать, куда и что нажимать. А как же люди, которые дрожат, хотят избавиться от дрожи и не знают как? Упражнение, которое я вам предлагаю, как вкусно, убирает дрожь в голосе и нарабатывает скорость гортанную, которая и будет для вас секретом, чтобы красиво вибрировать. Представьте, что вы прямо сейчас со мной на море, где очень хороший воздух, где тепло и приносят вкусняшки. Мне принесли вот такой вкусный фреш, это свежевыжатая манго, еще у меня есть свежевыжатая клубника, и я сейчас все это буду пить. Начну с клубники. Это правда нереально вкусно. Простите, но вы же представляете, что вы со мной? Так что пьем. Это манго, это просто что-то, друзья, как это вкусно. Вот так. Когда у меня полный рот, я должна поджать язык, чтобы не поперхнуться. Тогда я могу долго поговорить. А сколько у меня внутри? Сделаю два восхищения. Первое в грудном регистре. А второе в регистре головы. Сверху вниз. Как вкусно. Их восхищение возносит вверх. А сейчас я буду кушать очень вкусного кальмара. Для начала я его полью лимонным соком. Это тоже очень вкусно. Кто не любит такую еду, простите, я просто обожаю. Это невероятно вкусно. Прям вот не знаю, как вам это передать. Не придите ко мне. Артур, ты должен это попробовать, потому что это невероятно вкусно. Попробуй. В общем, ребята, восхищение вам поможет. Когда мы поднимаем что-то тяжелое, у нас поднимается гортань, дабы сохранить наши связки. И также вместе с ней корень языка. Вот такие чувства. И это нормально, организм себя сохраняет. Когда вы поете конец предложения или слова, не расслабляйте преждевременно пресс. Вот для чего я вам показываю пример со скалой. Представьте, будто ваш пресс на вибрато держит и старается. У него очень высокое чувство. И гортань, как ни странно, поднимается, а не отпускается, как все говорят. Многие люди говорят, что...
на песню Beyond Listen. Как она красиво поджимает в конце корень языка. Listen. Вот оно. Вот наше. Как вкусно. Чтобы понять, как я это делаю, спойте для начала просто ровно. Listen. То есть listen. Потом подтягиваю корень языка и ровненько тяну звук. Listen. После этого начинаю сама себе говорить. Как вкусно. Но только как вкусно не произношу. Послушайте. Listen. И по такому принципу вся песня будет. Я называю это подтяжки, то есть натяжение звука. Как же это приятно. Не болит горло после этого. Ни один из моих учеников никогда не пожаловался, что у него болит после занятия горло. Это, конечно, чудо, слава Богу. Но есть четкие ответы. Узость гортанная, которая спасает вас от боли, дает качество и прекрасная вибрато. Ну что, сделаем это упражнение вместе? Обязательно стимулируйте себя ритмом. Я вам его задам. Раз, два, три. Качаем. Как вкусно. Как вкусно. Видите, я в конце делаю такой хвостик. Этот хвостик также будет секретом перехода в голову. Это как еще одно упражнение подсказка для вас. Ритм. Корень языка поджатый. Повыше. Сегодня так много развелось ненужной информации в интернете. Я вас очень прошу, будьте бдительны. Некоторые предлагают просто побить себя в живот, чтобы почувствовать свое вибрато. Ну зачем? Подойдите к нему и побейте его в живот. Посмотрите, как он будет вибрировать. Некоторые бьют себя по гортани вот таким образом. Ну как вариант. Но опять-таки я говорила, что вибрато делается гортанью, а вернее узостью гортанной, не животом. Когда вы укачиваете ребеночка спать, вы делаете голосом движение снизу вверх, не наоборот. Ребенок просто проснется и будет в шоке. Представьте, что вы такая нервная мамашка, но очень аккуратно колышете ребеночка. Задавайте себе скорость до тех пор, пока вы не будете довольны качеством своего вибрато. Украшайте фразы, я желаю вам удачи. Очень вас люблю, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, будьте со мной. Пока! Спой со мной. Какой-то мокрый.